Дорогие товарищи, здравствуйте. Я нахожусь в городе Абинске Краснодарского края. Я почему это снимаю, ребята? Посмотрите, сколько требуется на работу людей, каким хочешь. И водителя, и трактористы, и слесаря, механики, и техслужащие, и все остальное прочее, ребята. Требуется дальше. Техслужащие, автопогрузчики, категории водителей и все прочее, гляньте. Я к чему веду? Что те, которые уехали в Европу, я имею в виду земляков моих, украинцев, вам там надо учить язык, все прочее и так далее. А здесь без никаких проблем. Да, зарплаты, конечно, естественно, не самое-самое, что есть. Ну, терпимо, ребята. И есть мнение моих итальянских знакомых, что лучше в России получить 22 тысячи рублей, чем в Италии 1000 евро. Намного выгоднее. Так что, ребяточки, вот такая жизнь. Напрасно вы туда поехали.